сначала. Стас Михайлов, ты мне подарил прекрасную песню, за которую я тебе хочу сказать спасибо. И я с удовольствием бы хотел спеть ее вам. Называется «Ты далеко». Стас, ждем от тебя новых песен. Моя земля в тишине ночи, так за годом год ночь меняет дни. Она любила день, а я любил закат, дарила мне любовь, оказался я, дарила мне любовь, дарила. Ты очень далеко, ты слишком далеко. Не без тебя все дни, как мука, жизнь, вода. Пусть пальцы утекают, унося года. Ты далеко, и птицы в небе не поют. Ты далеко, мой одинокий грудью путь. Ты далеко, смогу всю землю обойти, чтобы тебя одну найти. Где-то далеко, ты очень далеко, ты слишком далеко. Чтобы тебя одну найти, ты где-то далеко, ты очень далеко, ты слишком далеко. Спасибо. Виктор Дробыш, и он выходит. Виктор Дробыш. Виктор Яковлевич, будьте добры, пожалуйста, выходите к нам. Под мощные аплодисменты индустрии. И еще одного молодого автора. Привет. Хотелось бы позвать на эту сцену. Это Стас Михайлов, конечно. Стас,
Ну, Стас молодой автор. Не молодой автор. Выходи, Стас, не торопись. Я бы с вами пополемизировала. Смотрите, как подтянут, строен, хорош собой. Стас Михайлов. Привет, Стас. Только будьте добры, вот вы туда встаньте. Как приятно стоять в компании таких очаровательных... Нет, даже очаровательные мужчины не бывают очаровательными. Таких мужчин, Николай, может быть, вы за всех не говорите. Но тем не менее, это же так приятно. Стоишь на сцене, и тут крепкие мужские плечи. Очень похоже на мужской вариант группы «Виагра», правда, сейчас слегка. Но, Стас, давайте у вас, как у дебютанта, спросим в этом жанре. Скажите, пожалуйста, вот эта песня, которую вы отдали... Александру оторвали буквально от сердца. Подарили. Подарили, тем более. Ну, во-первых, это так коллегиально происходило. Он слушал несколько раз. Он внимательно очень относится, что мне нравится понятию творчества. Его не заставишь петь. Ничего, Саша, что вот возьми песня хорошая или вот это. Он очень вдумчиво, может нравиться, не нравится. Он походит, подумает, прочувствует. Вот именно с именно песней было именно так. Я единственное хочу сказать, чтобы это то, что сегодня происходит, было хорошее... отправной точкой для него, потому что у него большое доброе сердце, хорошая, потрясающая семья, люди, друзья, которые его любят, все вроде бы есть. Теперь, чтобы в этом во всем ему Боженька помог, правильно делай, пой, живи, люби, люди тебе ответят взаимностью, Саша. Спасибо за напутствие. Стас Михайлов! Спасибо. Виктор Яковлевич, а можно уточнить, в чем заключается ваш вклад в этот альбом? Глупый вопрос. Скажите, пожалуйста, об этом альбоме и пожелайте удачи новорожденному. Вообще, надо сказать спасибо Доспану. Это человек, который, собственно, все и сделал. Он познакомил меня с Валерием Михайловичем. Валерий Михайлович меня познакомил с творчеством Александра. Я выслушал все, что он сделал, и убежал. Библейская такая история. И пропал на несколько лет. Ну, так действительно было, потому что... Я считаю, Саша уже много лет незаслуженно был не услышан. Он очень много сделал. Он музыкант, это самое главное. И мне очень приятно, что мы вместе создали альбом. Дело даже не в альбоме. Дело в том, что я сегодня несколько раз сказал, фамилия Коган очень сложная, очень много великих людей, банкиры, бизнесмены. Леонид Коган, скрипач великий. И, наконец, мы знаем, что есть Александр Коган, певец. Певец, который заслуживает это название, потому что у него есть известные песни, песни, которые поют мальчики, девочки, взрослые люди, пожилые люди. Поют их с любовью, их никто не заставляет это делать. Поэтому огромное спасибо. Спасибо Кожевникову, спасибо Емельянову, людям, которые помогали нам работать, направляли нас в нужную сторону. И мы не ушли туда, куда не надо было уходить. Спасибо вам большое. Всем спасибо. И, конечно, родителям, Стасу Михайлову. Вообще, вы все здесь близкие люди, поэтому мы здесь все сидим, в принципе, как на дне рождения Александра Когана. Я пытаюсь паузу найти, просто чтобы вклиниться. Но я не хотел бы вас прерывать, Виктор. Я действительно очень счастлив. Правда, вы знаете, это действительно счастье, когда рождается новый певец. Он выходит, он поет, и даже не важно, была бы здесь другая остановка. Я, в принципе, был противник вот этого вот шика. Я хотел простой клуб, скромный. Но я считаю, не важно, здесь или там, это все равно певец Александр Коган. А это самое сложное и самое главное, похлопайте ему. Он родился. Обмываем сегодня малыша. Какие спасибо. Величины на сцене стоят. Спасибо огромное. Какие люди работали над альбомом. Спасибо вам. Творческих удач. До встречи в зале. Наслаждайтесь вечером. Я пошел тоже.